Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать про малину, ремонтантный сорт малины, называется брусвяна. Малина очень урожайная, красивая, транспортабельная. Смотрите, какие ягодки. Вот, посмотрите. Смотрите, какая она урожайная, сладкая, обалденная. И сегодня 23 июня. Это будем снимать первый урожай. Ну, то есть мы уже кушаем потихоньку, там постепенно по несколько штучек. А сегодня уже много нужно снять урожая, видите? Как за ней ухаживать? Осенью, когда, ну, снимаем ягодки, уже урожай снимаем, второй ремонтантный сорт, нужно обрезать кустики на сантиметров 50. И вот эти кустики весной, которые обрезались осенью на 50 сантиметров, они начинают весной давать урожай малины. А молодые поросли земли, которые, вот они растут молоденькие, это будет осенний урожай. Затем, когда эта малинка отплодоносит, я ее полностью кусты срежу, она вот так засохнет. Я ее полностью кусты срежу, и она станет реже между собой, проветривание будет. И вот эти молодые веточки начнут цвести и давать хороший урожай. А сейчас я вам покажу, сколько урожая малина вот дает. Смотрите, какой сорт обалденный. Она не мнется, она вообще транспортабельная, ее можно морозить. Компоты, варенье. Перевозится она хорошо, замечательно. Сорт мне очень нравится. Он вкусный, ароматный. Вот я раскусила. Хороший сорт, сочно. Между тем, как другая малина, вот у меня есть другого сорта, сейчас вам покажу. Между собой, если она вот так, ну, сложенная долго, рассыпается ягодка между собой. А эта малина вообще не рассыпается. Малину нужно укрывать соломой. Вот видите? Она очень любит влажность. Чтобы почва под ней была влажная. Что-то плохая видимость. О! Еще я под нее, помимо соломки, проложила шланг капельное орошение. Это такое, как дождик включаем. Вот с этой стороны и с этой стороны. Два шланга включаю по очереди. И вот такие, вот такая плантация у меня малин. Она очень высокая. Окно заканчивается. И оно почти на пол окна, даже выше. Вот мой рост 1,70 м. Малина, наверное, 1,55 м. Ну, хорошая. Ее подвязывать не нужно, что она хорошим тем, что она не гнется. Вот куст прямо стоячий. Он к земле не гнется. И есть малина, которая падает, аж на земле лежит. А эту подвязывать вообще не надо. Она вообще без подвязки. Это называется малиновое дерево. Если отдельно кустик посадить, то оно будет выглядеть как, ну, как дерево. Очень красиво. У меня просто не хватает места для того, чтобы рассадить все и показать вам. Вот так, поверьте, она будет отдельно расти и прекрасно выглядеть. И подвязывать не нужно. Очень сладкая, ароматная. И главное, транспортабельная. Сейчас хочу резкость навести. Видите, какие у нее ягодки? Сейчас пойду покажу другой сорт. Здесь у меня кустик желтой малины. Один кустик. Я еще ее не размножила, как положено. Смотрите, какой у нее цвет красивый. Она янтарная. Янтарно-желтая.
вкусное, сладкое. Не могу резкость навести. Что такое? Дальше отодвинуться или ближе. А здесь еще кустик вот растет черная. Но она, я вам скажу, она очень колючая. Веточки колючая, и она ампельная. Смотрите, как она сильно рослая. Видите, какая? Это будет тоже второй урожай. Она ремонтантная. Вот первый урожай на прошлогоднем побеге. Вот она отдаст свой урожай. Вот эти черненькие ягодки. Она мельче такой малины. Но тоже очень вкусная, ароматная. Для коллекции попробовать можно. Сейчас переходим на вторую мою малинку, которая, я говорю, она рассыпается. Тоже она высокая, растет без подвязки, стволы у нее толстенные, видите какие? Это уже снятый урожай, и веточка отсыхает. Ягодки. Тут уже поели немного. Смотрите, какая малина. Она намного крупнее. Вот сейчас сорву. Но она не транспортабельная. Ее чуть-чуть прижать, и она сочная. Вот видите, аж сок выделяется вот чуть-чуть. А это более сухая малина. Но она очень вкусная, вот эта малина. Она тоже двухразовая, ремонтантная. И неправильно ее назвала. Ну, теперь уже сказала правильно. Уход за ней такой же. Видишь, аж рука мокрая. Это более сладче. Этот сорт старинный. То брусвяна, а это, ну, выведены новым уже способом, не знаю, генетически, скрещенное с чем-то. А это старый сорт малины. Она более ароматная такая. Но не транспортабельная, но классная малина. Тоже она. В таких же условиях у меня растет. Смотрите, под низом соломка. Поливаем капельным орошением. Высокая, без подвязки. Сказочная малина. Тоже можно назвать ее малиновое дерево. Ну, то есть, когда малина с подвязкой, это уже не малиновое дерево. А когда она толстые стволы дает, их не нужно подвязывать, вот это и называется малиновое дерево. Размножается она, отростки пускает корневые, и в стороне вот кустики, видите, раз, отросточек. Опять далеко, раз, отросточек. Я их все время выкапываю, раздаю, потому что выкинуть такую малину, у меня просто рука не поднимается, такую малину выбросить. Ну, сказочно. Эта малина, ну, меньше дает урожая. Мы уже тут собирали с ребенком, ходили, потому что она сладкая, и она более чуть-чуть поздняя. Та раньше дает урожай, видите? Это чуть-чуть позже даст. Вот сколько уже съела. Ребеночек вкуснятины. В общем, малина хорошая. Замечательная. Если что-то не договорила, пишите в комментариях, спрашивайте, задавайте вопросы. Я вам на все вопросы отвечу. Это произошел ожог листьев, так как у нас здесь стоит печечка. Мы жарили здесь на сковороде такой большой. Мясо с картошечкой. Обожгли немножко малину. Это не болезнь, она не болеет ничем. На вот этой сковороде жарили мясо. У меня есть видео. Кому интересно, как это все происходит, посмотрите на видео. Сейчас я вам покажу еще с другой стороны малину. Винограда у нас много. Если интересно про сорта винограда, пишите в комментариях, буду рассказывать, какие у меня сорта, какого вкуса, чем отличаются, как выращивать. А сегодня про малину. Вот такой был коротенький ролик. Всем спасибо за внимание.
Всем удачи, всем пока! Всего вам доброго!